I have a fresh word this morning. Я имею свежее слово сегодня. And so I hope you came hungry. Я надеюсь, вы пришли голодные. I want you to go in your Bibles to Matthew 14. Пожалуйста, откройте Матфея, от Матфея 14 глава. And for the sake of time, you can find Mark chapter 6. И также найдите от Марка, это от Марка 6 глава. Matthew 14. Ну, Матфея 14 глава. Let me give you some background. Я чуть-чуть, может быть, расскажу. Jesus is about to do something very intentional. Иисус сейчас будет делать что-то, ну, специальное. But he has never done this to his disciples before. И он до этого еще это никогда не делал. Jesus has just finished feeding the 5,000. Иисус только покормил 5,000 мужей. He gets a word in his spirit to cross the sea. Он получает слово в духе, чтобы переходить море. What's interesting is he actually crosses the sea for one man. И интересно, что он переходит море за одного человека. And then gets back in the boat and goes right back to where he was at. И потом опять в лодку и назад куда где он был. Come on, God will cross the ocean Бог for one man. Идет через океан, чтобы достичь одного человека. But he does something unusual. Но он делает что-то необычное. So this is the same encounter, but two different locations in your Bible. Значит, это то же самое событие, но в два разных места в вашей Библии. So let's read Matthew 14, verse 22-23. От Матфея 14 глава, 22 стих. И до 25 будем читать. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую страну, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером остался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражи ночью пошел к ним Иисус, идя по воде. You know, I want you to look at Mark chapter 6, verse 48. I'll quote it to you. Сейчас смотрите на Марк, 6 глава, 40... 6, verse 48. 6 глава, 48 стих. Because I feel like Mark has a perspective that we don't see in the book of Matthew. Мы что-то видим написано в Марке, что мы не видим в Матфея. In Mark chapter 6, в шестой главе, he literally adds six words that aren't in. Он добавляет шесть слов, которые нету. Matthew 14. В Матфея 14 главе. In Mark chapter 6, от Марка 6 глава, we see a different side of Jesus that we don't get to see. Мы видим другую сторону Иисуса, которую мы до этого не видим. In verse 48 it says, and Jesus came walking on the fourth watch of the night. В 48 стихе написано, он также в четверо стражи идет к ученикам. And he noticed that the disciples were struggling at rowing in the water. И он видит, что они с усилием пытаются добраться на другую сторону. But then it says, и потом написано, he would have passed them by. И он должен был или хотел просто пройти. You don't see that in Matthew 14. Это в Матфея не написано. But it says, he would have passed them by. Но написано, он должен был проходить. This is so un-Christian of Jesus. Это просто не по-христиански для Иисуса. If I see somebody struggling, если я вижу кого-то страдая, I'm supposed to stop and help. Я должен остановиться и помочь. But Jesus wasn't even planning on stopping. Но Иисус даже не планировал остановиться. Because he already told them, you're going to go to the other потому side. Потому что он им уже сказал, вы пойдете на другую сторону. I got good news for someone. Я имею хорошую новость для you кого-то. You might be in the middle of the storm. Вы можете быть в середине шторма. But Jesus has authority over storms. Но Иисус имеет авторитет. And if he said you're going to the other side, you're going to the other side. Если он сказал, вы будете на другую сторону идти, вы будете идти на другую сторону. It's say whether you like it or not. Если вы хотите, если вам это нравится или нет. Whether the water is smooth and easy. Если вода в покое или она нет. Or whether there's a storm. Или есть буря. If Jesus made a promise for you to go to the other side. Если Иисус дал обещание, что вы пойдете на другую сторону. You're going to go to the other side. Вы пойдете на другую сторону. Now let's look at Matthew 14. И в Матфея 14 главе. In verse 26-33. 26-33. И ученики увидели его, идущего по морю. Всторожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: обретись.
Правильно. Это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если и это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать. Закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывший же в лодке подольше, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий. Let's pray. Давай помолимся. Holy Spirit, Дух Святой, give us the spirit of wisdom, дай нам Дух мудрости and revelation, и откровения, and the knowledge of Jesus Christ, познание Иисуса Христа, that you would speak to every heart, чтобы ты говорил каждому сердцу, that you would put weight to every word, чтобы было вес на каждом слове, that you would anoint every second, чтобы ты помазал каждую секунду, that not only your word but your presence would sit on us, чтобы не только твое слово, но твое присутствие было здесь на нас. We give you permission, мы даем тебе разрешение, to come into our heart, прийти в наше сердце. Minister deep, служа глубоко к нам, and minister in power, и служа в силе, in the mighty name of Jesus, во имя Иисуса. And everyone said, и все сказали, Amen. Аминь. I'm calling this message "Born for the Storm." Я назвал это послание "Рожден для бури." I think that it's important that we recognize as people of Christ, я думаю, важно нам осознавать как люди Христа, that we should be born for the impossible, что мы рождены для того, что невозможное. I've watched too many people, я смотрел очень много людей, who love Jesus, которые любят Иисуса, face impossibilities, которые идут против невозможного. We think it's impossible for people to give in church. Мы думаем, это невозможно людям давать в церкви. And we're watching people give in a prison. А мы смотрим, как люди в тюрьме дают. We're born for the impossible. Мы рождены для того, что нет, для того, что нет невозможного. Many times how it comes into our life. Но много раз, как это приходит в нашу жизнь. It looks like a problem. Это смотрится как проблема. It looks like a storm. Это смотрится как буря. It looks like a challenge. Это смотрится как вызов. My daughter, my oldest daughter Jasmine. Моя старшая дочь Jasmine. She came on TV with me. Она прошла на телевизор со мной. I told her. Я ей сказал. That there was going to be probably 700 million homes watching. Что будет примерно 700 миллионов людей, домов, которые смотрят. That's a billion people around the world. Это приблизительно миллиард людей. I told her I was going to give her 30 seconds to pray. И я сказал, что я ей дам 30 секунд, чтобы она помолилась. From the time we left the house. И это вот время, как мы выехали из дома. To the time we got to the studio. И пока мы приехали в этот студио. I said, now Jasmine. Я говорю, Jasmine. This is 700 million people. Это 700 миллионов людей. This is a lot of souls. Это много душ. And she said, Dad, I'm ready. Она говорит, я готов. I get in the studio. Я захожу в студию. I said, Jasmine, we're Mexican, and we're estradas. Мы мексиканцы и мы эстрада. And we're passionate. И мы это ревностные. And we do everything with power. И мы делаем все в силе. And I need you to pray with authority. Нуждаюсь, чтобы ты помолилась с авторитетом. And she said, okay, Daddy, она, да, okay, хорошо. And I said, Jasmine. Я говорю, Jasmine. I need you to have focus. Я должен, ты должна, ну, сосредоточиться. This is 700 million homes. Это 700 миллионов домов. This is a billion people. Это миллиард людей. And you're six. И ты, тебе 6 лет. And you will be praying for all of them. И ты будешь молиться за всех. She said, I'm ready, Dad. Она говорит, я готов, папа. I said, now, Jasmine. Я говорю, Jasmine. You have to focus. Ты должна сосредоточиться. This is 700 million homes. Это 700 миллионов домов. This is people's healing. Это люди нуждаются в исцелении. I said, are you ready? Ты готова? She said, I'm ready. Она говорит, я готова. They said 15 seconds. Они говорят 15 секунд. I said, now Jasmine. Я говорю, Jasmine. You have to be ready. Ты должна быть готова. I need you to pray with power. Ты должна молиться в силе. Are you ready? Ты готова? And she said, Daddy, I don't want to do this. Она говорит, папа, I don't want to do this. I don't want to do it. Я не хочу. And I said, no, you're gonna do this. Я говорю, нет, ты должна это сделать. Then she starts to cry. И она начинает плакать. Right before we're about to be on live television. А мы сейчас должны выходить на прямой трансляции. Daddy, please don't make me do this. I don't want to do this. Папа, пожалуйста, не хочу это делать. They keep counting down. Five, four, five, four,
Finally, the camera comes on. И все, камни включаются. I said, "Hi, welcome to Christ for the Nation." Я говорю, здравствуйте, приветствуем вас. And I've got my daughter Jasmine with me. И моя дочь Jasmine с нами. And I said, "Jasmine, hasn't this been an incredible conference?" Я говорю, Jasmine, это была прекрасная конференция. And she says, "Oh my gosh, Dad, it's been so да, powerful." Да, это было так сильно. And I said, "Now, Jasmine, I need you to pray for some people." Я говорю, Jasmine, ты должна помолиться за пару людей. And she said, "Father, in the name of Jesus, во имя Иисуса, I command the peace of heaven." Я говорю, что мир с небес. And I said, "Wow, Jasmine, that was powerful." Я говорю, "Wow, Jasmine." And she said, "Wow, that Dad, I felt a good release on that one, like Jesus was touching people's lives." Классный поток здесь, классный. And I remember, I said, "Thank you so much for joining us. We'll see you tomorrow night." Я помню, я говорил, спасибо, мы завтра вас увидим. The cameras go off. Cameras, они выключаются. And she says, "I can't believe you made me do that." Она начинает кричать, как ты мог меня заставить это сделать? She was so mad, she didn't want to talk to me for 2 days. Она так была злая, что она два дня со мной не говорила. And let's be honest, parents. И родители. Half the time you don't know if you're helping your kids out or messing them up. Половина времени мы не знаем, если мы помогаем нашим детям или не помогаем им. But my job. Но моя работа. Is to put her in situations that are going to grow her. Это поставить ее в ситуации, где она будет расти. She was learning is what I've had to learn. Через чего она проходит, я этим научился. Is what we've all had to learn. Это все мы научились. Is that God would never put us in something to sabotage us. Что Бог никогда не ставит нас в ситуацию, где это разрушит нас. But He will stretch us. Но Он будет растягивать нас. He will ask us to do the impossible. Он будет просить нас делать то, что невозможно. God is the only one that can create certain situations in your life. Бог единственный, который может делать это особые ситуации в вашей жизни. Where He is the only one that can help you solve those problems. Где Он единственный, который может помочь вам в этой ситуации. He is the only one that can carry the breakthrough for you. Только Он может принести прорыв для вас. I want to give you three things. Я хочу три вещи это вам дать. To be born for the storm. Чтобы быть рожден для бури. Number one. Первое. Walk where He tells you to walk. Это ходить там, где Он сказал ходить. Walk where Jesus tells you to walk. Ходить там, где Иисус сказал вам ходить. It says to me, it's interesting. Интересно. That Peter is a fisherman. Пётр рыбак. And they're in a sea. И они в море. And he sees Jesus walking on the water. И он видит Иисуса ходя по морю. Jewish men, Jewish fishermen looked at the sea as an enemy. Еврейские рыбаки они смотрят на это море как враг. Because it determined if they got a good catch. Потому что это значило, если они поймают рыбу или нет. Which meant they could feed their family or not feed their family. И это значило, если они покормят свою семью или нет. Which meant if they could clothe their family or not clothe their family. Одеть семью или нет. So they were constantly at war with their enemy, the sea. Они всегда были в этой войне с морем. But Peter sees Jesus. И Петр видит Иисуса. In a picture, in a context that you and I would not see. Такая фотография, такое представление, которое мы с вами не будем видеть. He sees Jesus walking on his enemy. Он видит Иисуса ходя по своему врагу. Now I'm excited about that. И я мне это. But what gets me more excited is that Peter walked on the water too. Что больше меня вдохновляет, это что это Петр тоже ходил по воде. And Peter discovered what it was like to walk all over his enemy. И Петр тоже почувствовал, что это значит ходить по своему врагу. This is where the story gets muddied. И здесь, может быть, история непонятная для кого-то. You hear people reference this text. Многие используют это место Писания и говорят. And they make it sound like Peter drowned. Как будто, но Петр уже тонул. That's not what happened. Это не то, что случилось. The Bible says Peter began to sink, but not drown. Написано, он начал тянуть, он начал как-то это окружаться. This is what happens when people attempt great things for the Lord. Это то, что происходит, когда люди пробуют великие вещи для Бога. Is they will get the story wrong. Они историю, может быть, изменяют. And Peter, и Петр, I'm sure people said to him, "Well, you walked on the water, but you drowned." Может быть, ему люди говорили, да, ты ходил по воде, но ты также тонул. He didn't drown. It says he began to sink. Он не тонул, он просто начал тонуть. Peter would be the worst fisherman on the planet if he didn't know how to swim. Петр был самый худший рыбак, если бы он не знал, как плавать. But this is what I would tell people who are casting those doubts and rumors. Но вот что бы я сказал тем, которые это начинают говорить. I may have began to sink, but да, at least. Да, может быть, я начал тонуть, но. Но я I was close enough to Jesus был так близко к Иисусу, that all he had to do was reach down and pick me up. Где он просто взял меня и поднял меня. If I'm going to do the things God's called me to если do, если я буду делать то, что Иисус призвал меня делать, I cannot afford to be distant from Jesus. Я не могу быть в дистанции с Иисусом. I have to walk where he tells me to я walk. Я должен ходить там, где он ходит. You know, it's interesting to me. Интересно мне. It says that Peter написано, что Петр got out of the boat.
вышел из лодки, walked on the water to go to Jesus. Ходил по воде идти к Иисусу. I wonder if Peter, я думаю, если Петр, what would have happened if he tried to get out of the boat to run away from the storm? Что бы случилось, если бы он вышел из лодки и бежал от буря, to one, run away from Jesus, бежал от Иисуса, and run away from the boat, и бежал от лодки. I think he would have drowned. Я думаю, он бы утонул. See, the truth is, God is asking us to do the impossible. В том, что Бог просит нас делать невозможное. But you don't get to do it your way. Но ты не делаешь по-своему. If he says, "Come to me," если он сказал, иди ко мне, I need to be as close to him as possible. Я должен быть как можно ближе с ним. Because if I run in a direction that not, is not towards Jesus, если я иду в другой путь, там где Иисуса нет, I won't have the authority to walk on the water. Я не имею авторитет идти по воде. Walk where he tells you to walk. Ходи там, где он сказал тебе ходить. When you go where he tells you to go, когда ты идешь, куда он сказал тебе идти, you're going to do the impossible. Ты идешь делать невозможное. The first written language, первый написанный язык, of the world was the Egyptian hieroglyphics. Мира это был египетский язык. And the word, the picture for impossible, и как образ невозможного, was a man walking on water. Был человек, который идет по воде. And Jesus is doing the impossible. И Иисус делает невозможное. This is what it means to be born for the storm. Это то, что значит быть рожденным для бури. Here's the second thing. Второе. Learn to live in the middle. Научиться жить в середине. Walk where he tells you to walk. Ходить там, где он сказал нам ходить. And learn to live in the middle. Но также жить в середине. It says that verse 24. It says, now the boat, написано, лодка was in the middle of the sea. Было в середине моря. It was in the middle. Было в середине. This sea is the Sea of Galilee. Это мор Галилейский. It's 13 miles long, it's 8 miles wide. Он 13 миль в длину, 8 в ширину. And the Bible says that they are in the middle. И Библия говорит, что они в середине. Now this boat is full of people that are not fishermen. Эта лодка полна людей, которые не рыбаки. They're not used to storms. Они не привыкли к штормам. They don't have sea legs yet. Они имеют сильные ноги. So as the waves are beating against this boat, и когда волны бьют эту лодку, they're probably screaming, "Let's go back!" Они кричат, наверное, давайте пойдем назад. But the Bible says that this boat is in the middle. Но Библия нам говорит, что они в середине. And what Jesus is telling us, и что говорит нам Иисус, is that it would take you the same amount of effort to go backwards as it is to go forward. То же самым силам вернуться назад или идти вперед. Because you're in the middle. Потому что ты в середине. The same amount of energy. То же самые силы. The same amount of effort. То же самое это. The same amount of time. То же самое время. Don't trade your future for familiar. Не измени ваше будущее на то, что вы уже знаете. We have to learn to live in the middle. Мы должны научиться, как жить в середине. We don't like the middle. Нам не нравится середина. It's human nature to hate the middle. Это в нашей натуре, чтобы ненавидеть середину. We love to start. Мы любим начало. Because we're excited. Потому что мы, ну. And we love to finish. И мы любим конец. Because we're grateful it's over and we get some relief. Потому что мы рады, что это уже все закончилось. But we hate the middle. Но нам не нравится середина. Because the middle is full of what's unpredictable. Потому что середина полна тем, что мы не знаем. It's full of what you didn't plan. Она полна тем, что ты не планировал. It's full of what you did not know was going to happen. Она полна тем, что вы не знали, что будет. But this is where faith is activated in our lives. Здесь вера включается в нашей жизни. You didn't know you had faith until you've been in a good fight. Вы не знаете, которую веру вы имеете, пока вы не будете в хорошей битве. You didn't know you could believe for healing until you were sick or someone you love was sick. Вы можете так верить для исцеления, когда вы сами заболели. You didn't know you needed faith. Вы не знали, вы нуждаетесь в вере. Until you saw a need come up in your life. Пока вы сами не увидели нужду в вашей жизни. You know what? Let me give you a picture of what it looks like to live in the middle. Да, я фотографию вам дам, что это значит жить в середине. Have you ever had to pray for someone else's healing? Было такое, вы молились за кого-то исцеление. Knowing you need healing. И зная, что вы нуждаетесь в исцелении. That's learning to live in the middle. Это учиться жить в середине. Have you ever preached the blessing and prosperity of God? Когда вы проповедовали благословение и процветание ваше, when you needed a financial miracle, когда вы сами нуждались в прорыве финансов, that's learning to live in the middle. Это значит жить в середине. This is what it means to grow and be stretched. Это что значит быть, что Бог нас растянул и мы росли. I want you to know something the Bible does not say. То, что Библия не говорит.
It never says Оно не говорит никогда, that the disciples were in the storm. Что ученики были в шторме. It says that the boat Написано, что лодка was in the middle of the sea. Была в середине этого Not шторма. The disciples. Не ученики. Not one time does it bring the disciples into this storm. Ни один раз не оно приносит учеников в эту историю. So here's my question. И вот мой вопрос. Who put them in this boat? Кто поставил их в эту лодку? Well, in verse 22, В 22 стихе It says, Jesus написано, что Иисус заставил их сядь в лодку и пойти на другую Which сторону. Would tell me, и это говорит ко мне, that I need to trust what Jesus puts me in. Что я должен доверить то, что, Бог, что Иисус положил меня, куда Он положил меня. Trust that God puts you in the family that you're in. Доверить Ему то, та семья, которую имею, Trust это Он меня God поставил puts you in the marriage that you're in. Доверить Ему, что тот брак, который имею, это Бог меня поставил Trust туда. That God puts you right here in Vancouver or что Portland. В этом городе, в Ванкувере или в Портленде, Бог поставил But меня сюда. Trust what he puts you in. Но доверить тому, куда Он меня поставил. You say, Pastor Chris, I'm not qualified. Вы говорите мне, может быть, Пастор Крис, я не готов на это. I have never been qualified for anything я I've ever никогда done. Не был готов на то, что Бог призвал меня делать. They asked me to be a missionary. Спросили меня быть миссионером. I didn't go to mission school. Я не шел в миссионерскую школу. They asked me to be a pastor. Просили меня быть пастором. I didn't even finish Bible college. Я даже библейскую школу не закончил. They even asked me to help run a Bible college. Также потом мне попросили, чтобы я помог как владеть библейской школой. The same school то же самое школа, that I never graduated from, где я не закончил, is the same school that I helped oversee. Сейчас я помогаю ее вести. Until like 3 years ago, 4 years ago, где-то 3-4 года назад, I shocked all of our students, я удивил всех наших студентов, and I walked across the stage with them. Я прошел по сцене с ними. They thought I was crazy. Они думали, я был сумасшедший. I've never been qualified. Я никогда не был готов на это. I've never been good enough. Я никогда был достаточно хороший для этого. I am definitely not smart enough. Я точно не умный для этого. But I know how to say yes to him. Но я знаю, как говорить да для Бога. I know how to live in the middle. Я знаю, как жить в середине. I know how to trust him. Как доверяться к нему. Because there are certain things that an education cannot bring Потому you through. Потому что есть то, что образование не может провести вас через. No amount of education can ever replace a prayer life. Никакой размер образования может изменить нашу молитвенную жизнь. You know, I've learned some things about boats. Я научился разных вещей о лодках. I went on a cruise once. Я пошел на круиз большой. And they told me. И они мне сказали. That depending on the time of year you choose to set sail. Что смотря на какое время ты будешь выходить на море. Will determine the price that you pay. Будет зависеть от того, сколько ты будешь платить. So if you sail when there's easy weather. Если ты идешь когда шторма нету. You're going to pay a higher price. Ты будешь платить больше. But when you sail when there's risky weather, а когда ты выходишь и очень опасно, you pay a lower price. Ты будешь платить меньше. I hope you're hearing me with spiritual hearing. Может быть, ты слушаешь это духовно меня. If you keep avoiding storms, если ты будешь обходить штормов, if you only take risks when it's easy, если ты только рискуешь, когда легко, eventually you're going to pay a higher price. Ты в дальнем будешь платить больше. But if you don't mind stormy weather, а если ты не боишься штормов, if you have a risk taker on the inside of если you, если внутри тебя ты рискуешь, yes, the water may get in your face, да, может быть, вода будет в моем лице, and the wind may blow you back, и будет дуть на меня, but the reward will be greater and the cost will be less. Ну, то, что я получу, будет больше, и то, что я заплачу, будет меньше. Here's another thing I learned about boats. Вот еще что я научился насчет лодок. The lower you are in a boat, как ниже ты будешь в лодке, the less you feel. Меньше ты чувствуешь. Do you remember another storm Jesus was in? Помните и другой шторм, где Иисус был? It was the second storm in Mark chapter 4. Это был второй шторм от Марка в 4 главе. It says a storm came. Написано, что шторм пришел. The disciples are on top of the boat. И ученики сверху наверху лодки. Worried they're going to die. Переживают, что они будут умирать. They go down to the bottom of the boat. Они идут вниз на низ лодки. Where Jesus is sleeping. Где Иисус спит. They wake him up and say, "Don't you care we're about to die?" Они разбудили его, говорят, ну ты почему ты не переживаешь, у нас And Jesus мы умрем. Says, "Oh, you of no faith." И он говорит, вы маловерные. Now they've graduated in this text to вот, little faith. Вот они сейчас здесь прошли школу, чуть-чуть веру But имеют. Notice where Jesus was sleeping. Ну, обратите, где Иисус спал? In the bottom of the boat. Внизу лодки. See, the lower you are, the less you feel. Как ниже ты будешь, ты меньше чувствуешь. Maybe you're feeling too much of your storm. Может быть, ты чувствуешь очень много о своем шторме. Because you're too busy trying to be on top of everybody Потому else. Потому что ты очень сильно
занят быть сверху всех. And outdo everyone else. И я сам это сделаю. And shine when it's not your time to shine. И я буду сиять, когда не мое время сиять. Instead of humbling yourself. А не смирить себя. And staying as low as possible. И быть как можно пониже. The lower you are, the less you feel. Как мы будем пониже, мы меньше чувствуем. And then it says. И потом написано. In Mark 6, verse 48. В 6 главе от Марка. That Jesus would have passed them by. Что Иисус бы прошел. This is frustrating. Это так меня, ну. Have you ever felt like Jesus passed you by? Чувствовали, как будто бывает Иисус проходит мимо вас? Have you ever felt like you were the only one not getting a breakthrough? Чувствовали вы, что вы единственный человек, который не получает прорыв? Everyone else is getting blessed and you're getting more problems. Все получают благословение, а ты получаешь больше проблем. Everyone else is having a fresh encounter with God and you feel nothing. Все по-свежему переживают Бога, а ты ничего не чувствуешь. And you feel like everything's passing you by. И ты это как будто все проходит мимо тебя. You feel like God is ignoring you. Как будто Бог игнорирует тебя. I got good news for you, friend. Я имею хорошую новость для вас. He is not ignoring you. Он не игнорирует вас. He is waiting on you. Он ждет вас. It wasn't until это не было пока. Peter said, Петр сказал, Lord, if that's you, command me to come. Господь, если это ты, дай мне пойти тебе. Then Jesus released authority. И потом Иисус дал ему ответ. And gave him an invitation. И дал ему приглашение. See, Jesus is not ignoring you. Иисус не игнорирует вас. He knows everything that's going on in your life. Он знает все, через что вы проходите. But he wants you to invite him into those situations. Но он хочет, чтобы вы пригласили его в эти ситуации. You have nothing left to prove. Вы нет, не надо ничего доказывать. There is nothing new that you can show God. Нету ничего нового, чего вы можете показать Богу. There's not a problem going on in your life that he has not dealt with already. Нет проблемы в вашей жизни, которую он еще не решил. He just wants us to recognize we need him. Он просто хочет, чтобы мы осознали, мы нуждаемся в нем. We need his favor and his blessing and his authority in our life. Мы нуждаемся в благодати и в его авторитете в нашей жизни. Here's the last thing about being born for the storm. Последний пункт для быть рожден для бури. Number one, walk where he tells you to walk. Первое, иди там, где он сказал тебе идти. Number two, learn to live in the middle. Второе, научись жить в середине. And number three, и третье, answer the invitation. Ответ на отзыв. Jesus says one word. Иисус сказал одно слово. He says, "Come." Иди. This is interesting because he does something totally different in the other storm. Это интересно, потому что в другом шторме он делает совершенно другое. When he's asleep in the bottom of the boat. Когда он спал в лодке. He gets up on top and rebukes the storm. И он запретил шторму. And the storm goes away. И он уходит. But then in Matthew 14, а в 14 главе Матфея, he doesn't rebuke this storm. Он это не говорит шторму. He walks on this storm. Он идет на нем. Which tells me, и это говорит ко мне, there are storms that we should be rebuking. Есть штормы, где мы должны говорить против них. And there are storms we should be walking through. И есть другие штормы, где мы должны ходить. There are storms I have authority to shut down. Есть штормы, где я имею авторитет завершить. And there are storms that I have authority to walk through and never be hurt or scared. И также есть штормы, где я имею авторитет идти по ним. I remember last year. Я помню в прошлом году. I mentioned I hurt my knee. Я, ну, уже сказал, что я мою колено ранил. Which is not a life-threatening injury. Это, ну, это не серьезная рана. But in my line of work, I have to stand a lot. Ну, в моей работе я должен стоять много. And I have to travel. Я езжу. I remember I came out of the airport and I was in a wheelchair. Я помню, когда выходил с аэропорта, я был в коляске. When Pastor Slavik picked me up last year. Когда Славик меня забрал. And I remember that it was kind of nice because I felt like I had Uber in the airport. That's what it felt like. Было классно, как будто я имел водителя прямо в аэропорте. But it was so inconvenient. Но было так неприятно. You know how many people I would pray for to get healing? Насколько людей я молился за них, чтобы они получили исцеление? They would get healed, and I would still be hurt. И они получали исцеление, а я еще в коляске. But I'm walking through this storm. Но я иду через этот шторм. Then a few weeks later, и пару недель позже это. My wife's mother, моя это мать моей жены, who I love very much, которую я люблю очень много. Gets sick and goes into the hospital. Она заболела и идет в госпиталь. And is on her deathbed for a few weeks. И лежит на кровати уже пару недель, умирает. A few weeks after that, пару недель после этого, my youngest daughter Carissa, моя младшая дочка Carissa, she's three at this time, ей три в это время, has to go in for surgery. Она идет на операцию. She would have four surgeries. И она уже имела четыре операции. Have you ever had seasons in your life? Были сезоны у вас, where it was one thing after another, одно за другим, after another thing, за другим. This breaks, потом это поломалось, that goes wrong, потом это пошло не так, they get mad at you, потом они разлились, you have this issue, потом это проблема, and it seems like you're surrounded by problems. И
как будто ты окружен проблем. And it comes out of nowhere. И ниоткуда его приходит. And you didn't do a thing и ты to deserve ничего any of that, не сделал, чтобы заслужить это. But it's one thing after another, но это просто один after за another, одним, один за after одним, another. Один за одним. That is это a storm you шторм, should be rebuking. Где вы должны отвечать. But if it's one thing, где одно, когда одна вещь, and God's keeping your peace, и Бог держит вас в мире, and he's pressuring you, holy pressure is coming to seek him, и такая, такое давление искать его, that is a storm you have authority to walk это through. Шторм, где вы можете иметь авторитет идти в нем. I feel like we have lost the understanding. Я чувствую, что мы потеряли сознание. That God brings us to the battles we're ready to win. Или понимание, что Бог. Say that again. God brings us to the battles we're ready to win. Где Бог приводит нас в битвы, где мы готовы выиграть. You see this all throughout Scripture. Мы это видим везде в Писании. When God delivered the Israelites, когда Бог искупил Израиль, He could have taken them two directions. Он мог их взять на два путя. By the land of the Philistines. По через Филистин. Or the longer route through или, the desert. Или подлиннее через пустыню. It says God knew if they went to the Philistines. Написано, Бог знал, если они пошли через Филистин. The Philistines would come and attack them. Филистин пришел и атаковал их. So God, knowing what they're ready for, и Бог знает то, что они для того, что они готовы, takes them the other way. Берет их и ведет через другой путь. You see this in Job's life. Это видно в Иобе, жизнь Иова. We have a lot of people right now who don't know how to pray through anything anymore. Не знают, как молиться через ничего. They don't know how to fast over не something знают, как поститься anymore. Через что-то. They don't know how to worship it, through a breakthrough. Как поклоняться, чтобы они имели прорыв. There's no, they don't know how to contend and fight in prayer. Как, воевать в вере в молитве. If they would pray about it as much as they tweet about it, there would be a lot of difference in their life. Если они молились так же, как они говорят о этой проблеме, они бы уже имели прорыв. You look at Job. Но на жизни Иова. Job says, Иов говорит, that the sons of God were gathered in heaven. Что сыны Божьи были собраны в небесах. When it was Satan's turn to talk, и когда сатана имел право говорить, God said, where'd you come from? Бог говорит, откуда ты пришел? He says, throughout the whole earth. Он говорит, я по всему миру был. Notice who brings up Job. И смотрите, кто... О ком, кто говорит о Иове? It's not the devil, it's God. Это не дьявол, а Бог. Have you considered my servant Job? Бог говорит, ты видел моего служителя или слугу Иова? And the devil says, does he serve God for nothing? И дьявол говорит, ну почему он тебе служит? You have put a hedge of protection around him. Ты его оградил. Here's, let me stop right here. Дай мне остановиться здесь. We complain about what goes on in our life. Мы довольны о том, что происходит в нашей жизни. We are overwhelmed by what happens in our life. Мы не знаем, что делать с тем, что мы через что мы проходим. But how would Satan know there's a hedge of protection around Job? Ну как дьявол знал, что есть ограждение, ну как ограда вокруг Иова? Had he not tried to attack Job before this? Он не пробовал атаковать его до этого. And Job had no idea. Иов не знал. Listen, we only know what's going wrong in our life. Мы только знаем то, что неправильно, то, что проблемы в нашей жизни. We don't even know all the stuff Jesus already dealt with without us knowing. Не знаем то, что Иисус уже победил, не зная. We don't know all the things God's protecting us from without us even knowing. О том, что Бог уже сохранил нас, и мы даже это не увидели. So if something happens, если что-то происходит, I either have authority to stop it, я имею авторитет остановить это, or I have authority to walk through it, или авторитет идти по этому. I'm here to tell you this morning. Я здесь сегодня вам сказать. You're born for the impossible. Что вы рождены для невозможного. God's not ignoring you. Что Бог не игнорирует вас. He's saying, "Come." Он говорит, иди. Bring that frustration to me. Иди, принеси твое недовольство ко мне. Bring that pain to me. Принеси свою боль ко мне. Bring that fear to me. Принеси ваш страх для меня. But I need you to come. Но я нуждаюсь, чтобы ты пришел. Would you stand with me this morning? Встаньте со мной, пожалуйста. I feel the presence of God. Я чувствую присутствие Божие. There are some people in this room. Есть люди в этой комнате. Who need to bring some things before the Lord. Которые нуждаются принести что-то перед Иисусом. Maybe you're just so frustrated about a certain situation. Может быть, вы просто недовольны какой-то ситуацией. Maybe you feel overwhelmed. Может быть, вы много что чувствуете, через And I know you're trying to be strong. И вы пытаетесь быть сильным. But inside you feel so dry and so powerless. Вы чувствуете сухим или бессильным. God says, "Come." Бог говорит, иди. Maybe there's some of you this morning. Может быть, кто-то есть. You've never given your life to Jesus. Вы никогда вашу жизнь не отдали Иисусу. God says, "Come." Бог говорит, иди. If you've never surrendered your life to the lordship of Jesus Christ. Если вы никогда не отдали свою жизнь
господству Иисуса Христа. He's saying, come. Он говорит, иди. One word can change your life. Одно слово может изменить вашу жизнь. Just that one invitation. Одно приглашение. Come. Иди. Can give you a destiny and a purpose you never thought you could. Может дать вам призвание и план, который вы никогда не ожидали. He's saying, come. Он говорит, иди. If you're here this morning. Если вы здесь сегодня. If you could bow your heads and close your eyes. Если мы можем склонить наши головы. But you have, if you have never given your life. Если вы никогда не дали свою жизнь. To Christ. Иисусу. This is a great moment. Это хороший момент для вас. Because Jesus is saying, come. Потому что Иисус говорит, иди. I know the storm's going on. Я знаю, есть шторм. But come. Ну, иди. If that's you. Если это вы. Would you raise your hand and say, I want to give my life to Jesus today? Поднимите вашу руку там, где вы находитесь. I want to pray for those that are surrendering their life to the Lord. Я хочу помолиться за тех, которые отдают свою жизнь. You've never done it before. Если вы никогда не отдали свою жизнь ему. I don't see any hands. I see one hand. I see one hand, two hands. Thank you. I want to pray. Будем молиться. For our couple friends here. За пару человек здесь. I really sense this is a special moment. Я верю, это особенный момент. There's nothing special. Никогда нечего нет ничто особенного. About what we're about to do, but the meaning behind the words of our prayer. Ну, слова то, что мы будем сейчас говорить. You're in a great church. Вы в классной церкви. You're going to grow closer to the Lord. Вы будете расти ближе к Богу. But it starts with this one step. Но это начинается с этого один шагом. And I want you to repeat after me. Я хочу, чтобы вы за мной сказали. As we pray, как мы будем молиться вместе, and ask the Lord to come into our life, и приглашаем Иисуса в наши жизни. Господь, мы благодарим Тебя. Мы молимся за каждого, Господь, кто сегодня открывает свое сердце к Тебе. И вместе, Господь, мы говорим, чтобы Ты простил, Господь, простил грехи наши, простил, Господь, наше непослушание, Господь, когда мы отворачивались от Тебя. И мы просим Тебя, Иисус, чтобы Ты пришел в нашу жизнь. Мы открываем наши сердца прямо сейчас во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь, войди, быть Господом нашим, быть Спасителем нашим. Прости нас о том, что, Господь, мы сделали. И мы, Господь, любим Тебя. Мы хотим, Господь, познать, кто Ты есть. Мы хотим, Господь, знать Твои планы и знать Тебя. Господь, веди каждого на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за это чудо, чудо спасения, когда мы нашими устами говорим, Ты Господь, и мы верим в Тебя, и мы, Господь, каемся в наших грехах, и Ты прощаешь нас, и мы благодарим Тебя, Господь, прямо сейчас. Мы принимаем, Господь, спасение, мы принимаем, Господь, прощение, мы принимаем, Господь, прорыв во имя Иисуса Христа, и мы благодарим Тебя, Господь, что Ты на этом месте, что Ты ведешь, Господь, Ты ведешь нас. Ты говоришь к нам, и мы говорим, Господь, да. Мы говорим, да, к Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Jesus. Иисус. I want to pray for anyone this morning that's going through a storm. Хочу помолиться за любого человека, который идет через бурю. Maybe your storm has a name. Может быть, ваш шторм имеет какое-то имя. Maybe it doesn't. Может быть, он не имеет никакого имени. But I want to pray with you. Но я хочу помолиться с вами. If you have a storm going on in your life, just take your hand and put it on your heart. Если вы сейчас идете через шторм, возьмите вашу руку и положите на ваше сердце. Father, I pray. Господь, я молюсь. For those that are fighting storms. За всех тех, которые проходят бури. Lord, I pray for the group of people that need to rebuke storms. Я молюсь за группу людей, которые должны сказать против шторма. I pray that they would sense you filling them with fresh authority by the power of the Holy Spirit. Чтобы ощутили авторитет, который ты им даешь духом своим, to speak to storms, чтобы говорить к штормам, to stop storms, чтобы остановить этих шторм, to destroy the plan of the enemy, чтобы разрушить план дьявола, to stop the devil, чтобы остановить дьявола, that there would be no more sickness, чтобы не было никакой больше болезни, that there would be no more lack, никакой нужде, that there would be no more pain, не было никакой боли. Father, we rebuke that storm Отец, now in мы Jesus' против name. Этих штормов во имя Иисуса. I declare that you're free. Я провозглашаю, что ты свободен. I declare it will never come back. Что оно никогда не вернется. And I release the freedom of God right now. И я говорю о свободе к вам во имя Иисуса. No more storm. Никакой шторм. Father, I pray for my friends that are walking through storms. Я также молюсь за тех, которые идут через шторм. That you would give them courage. Чтобы ты дал им смелость. That you would give them an unending supply of strength. Дал им силу, которая не кончается. That there would be abundance.
что было больше, чем им надо. In joy and in peace. В радости и в мире. It may be stormy. Может быть, есть шторм. They may feel the wind and the water in their face. Они чувствуют воду и ветер. But they will not be intimidated. Но они не будут бояться. They will not have doubt and fear. Они не будут сомневаться. But they will trust you. Но они будут доверяться тебе. And they will be loyal to their faith. И будут верны тебе. Bring them through, Jesus. Приведи их, Господь. And establish their feet. И поставь их ног. That their faith could grow. Чтобы они стояли и вера росла. That you are not passing them by. Ты не проходишь мимо. But Lord, you are waiting on them. Но ты ждешь их. To cry out. Чтобы они взывали тебе. Lord, I thank you for strength. Я благодарю тебя, Господь, за силу. I thank you for fresh hope. Благодарю тебя, Господь, за новую надежду. I thank you, you're doing a new thing. Что ты делаешь новую работу. I thank you, God. Я благодарю тебя, Господь. Not everything has to be perfect. Не все должно быть совершенное. Not everything has to be lined correctly. Не все должно быть лежать совершенно. But you can still move. Но ты все равно можешь двигаться. There's not a situation, a relationship, or a problem that you cannot solve. Никакой ситуации, отношения или проблем, где ты не можешь что-то сделать. I release the goodness of God. И я, Господь, просто говорю, чтобы твоя благость коснулась каждого. To give them discernment and direction. Чтобы они получили, Господь, направление в своей жизни. In the mighty name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. 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 God bless you. Аминь. Благословить вас.